смеется и это помогает Артуру засунуть под подушку. Это смешно, они типа перефразировали, да? Причем, да, неплохо. Ты что, дурак что ли, а? Дурак, что ли? Ты что, дурак? Дурак, что ли? Нет, куда что, дурак? Дурак? Все едут в пробке. Куда ты едешь? Не можно, второй ряд встать, что ли? Какой ряд тут? Тут полоса одна. Все едут в одну полосу. Какую одну полосу? Кстати, по поводу постельных секретов, я тут не специально. Нет, мне рассказали, сколько стоит увеличение. Значит, должны его совершать таким образом, чтобы не оказаться в мягком лимите. Я понимаю. Мне кажется, не понимает, о чем я все понимаю, потому что машин столько много, что если так вот ехать, то есть всех уступать. То есть можно просто въехать и стоять. Андрей Николаевич, да. Ехать и стоять нельзя? Либо одно, либо другое? Все-таки. Поэтому я и говорю, что... А, и вы от меня-то что хотите? Я-то разбираюсь с точки зрения правил дорожного движения. Я ничего не хочу. Ну, я объясняю, что здесь ваша вина. С точки зрения... В чем моя вина? При перестроении, при дорожном транспорте. Я... переместился уже. Я уже переместился. Вы находитесь в движении. Гражданин сзади съехал за мной. То есть можно было держать дистанцию, не ускоряться. Дистанцию, то есть, мешая мне. Дистанцию он соблюдает для впереди идущего транспортного средства, а не который едет с ним рядом. Рядом которого едет, он должен соблюдать боковой интервал, который позволит ему сбежать с ним. Я переместился уже. Вот, задняя часть вашего автомобиля находится на разметке, на линии. Фотография то же самое. Значит, вы не переместились еще. Я переместился. Вы издеваетесь надо? Да нет. Да. Ну место есть свободное. Как ну, что дальше ехать? Вы понимаете, что вы должны уступить ему дорогу? У него было место свободное. То есть ехали. Место свободное для чего? Он ехал, вот между автомобилями было два места еще для двух автомобилей. Но. Я переместился в свободное место. Ну, значит, мы создаем помеху для движения. Что-то. Не помеху создаем. А что? Я свободное место. А вот в чем он-то виноват? Я не виню его, что он виноват. Я говорю, что я... А кто виноват тогда в этом ДТП? Оба виноваты. А он-то в чем? Он дистанцию не соблюдал. До чего? До впереди идущего автомобиля. Но вы не следите впереди, вы перестраиваетесь. Нет, если бы это был бы бок, это бы одно, я бы перестраивался. Но это зад. И что, какая разница? Ваш задний бампер поврежден. Большая разница. Что будет повреждено? Что на улице повреждено? Задний бампер. Не врите, у вас крыло. Крыло и левый, как бы левая сторона. У меня правая.